На прошлой неделе стал одной из площадок второго всероссийского фестиваля «Первозданная Россия», стартовавшего 23 января в Центральном доме художника в Москве. Фестиваль природы проходит в рамках Года культуры в России. Торжественное открытие фотовыставки, где представлены более 100 работ лучших российских фотографов-натуралистов, состоялось в Центре детского творчества «Радуга». Открыл ее сенатор, президент Российского союза фотографов-натуралистов, руководитель рабочей группы фестиваля Олег Пантелеев. Он отметил в своем выступлении, что выставка очень популярна в России. Она отражает в полной мере народное творчество россиян, воспевает необыкновенную красоту разнообразной природы России. Олег Пантелеев очень любит Дмитров, поэтому перед поездкой всем заявил: Питер и Милан будут потом, Дмитров в первую очередь. Сейчас уже я смело могу сказать, что это самое популярное выставочное мероприятие в России. Потому что вот в Москве за один только месяц посетило Первозданную Россию 180 тысяч человек. Больше выставочных, для выставочных залов больше не было. Вот. В прошлом году мы проехали очень многие субъекты Российской Федерации. Это, я не боюсь этого слова сказать, уже миллионы зрителей. И 70 стран мира. 70 стран мира. Здесь очень активно включилось наше Россотрудничество. И через Российский культурный центр за рубежом мы высылали, направляли файлы. И там отсылали фильмы, потому что фестиваль — это прежде всего фотография нашей России. Это кинофильмы, 150 кинофильмов было только в этом году у нас на фестивале. И это народное творчество, именно вот изделия народного творчества, те, что были традиционно вот, у нас в субъектах Российской Федерации проводились. О красоте природы России, о ее нетронутых цивилизацией уголках говорил и глава Дмитровского района Валерий Гаврилов. Он тоже хорошо знает сенатора Олега Пантелеева и был рад встрече. К нашему сожалению, когда человек вступает ногой в эту природу, я думаю, что сегодня мы должны, я думаю, все сказать, вот, канун 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, вот есть такие слова про колокольный звон: люди мира на минуту встаньте. Вот это относится тоже к этому. Потому что вся наша жизнь — это суета. И, к сожалению, вот когда мы с вами в этой суете находимся, мы такие наэлектризованными становимся. В память об этом мероприятии Валерий Гаврилов и Олег Пантелеев обменялись подарочными книгами. Затем, по предложению сенатора, гости переместились в экспоцентр, где смогли воочию убедиться в таланте российских фотографов-натуралистов. Кстати, на Дмитровской фотовыставке представлена лишь малая часть работ. Особо впечатлило гостей выставки творчество фотографа Алексея Харина. Мастер закончил физический факультет МГУ и так увлекся фотографией и ее обработкой в программе Photoshop, что теперь это увлечение стало частью его жизни. Красной нитью в творчестве Харина проходит тема заброшенных деревень и храмов. Свои прекрасные работы уникальных пейзажей, ландшафтов и диких животных представили известные фотографы-натуралисты Геннадий Юсин, Олег Астахов, Валерий Малеев. Среди участников фотовыставки целые творческие объединения. В их числе российская научно-исследовательская организация «Фотоэкспедиция в дикую природу», которую создали фотографы Валерий Масейкин и Владимир Дмитриев. Напомню, что выставка проходит в Доме детского творчества «Радуга» до конца марта. Вход свободный.